Друзья, всем привет! Еще одна новинка. Вот такая потрясающая по дизайну колонка. Обычно такие колонки вертикальные, но это сделали, видите, горизонтальную, такую стильную. Чем-то похожая на JBL Party Box On The Go, если я не ошибаюсь, да? Вот видите, здесь не просто вертикальная колонка, которая стоит. Здесь есть такой вот ремешок, то есть ее можно брать с собой, через плечо носить, да? При этом здесь есть еще две удобные ручки с боков, то есть можно и за ручки носить. Ремень сам достаточно крепкий, то есть он спокойно выдержит колонку. Колонка нелегкая, то есть такая увесистая, в одной руке трудно держать, да, сразу говорю. Значит, что здесь есть? Здесь есть Bluetooth соединение, то есть через Bluetooth можно к телефону подключаться, к планшету, ноутбуку, да. Есть провод AUX, то есть в комплекте не идет, но поддерживается, можно через провод также подключаться, вот здесь соединение. То есть тоже к компьютеру, к ноутбуку, к телефону. Вот, смотрите, какая офигенная панель, да, как будто какой-то космический корабль, да. Подсветка, несколько режимов, да, она меняется, ее можно, в принципе, выключить вот таким макаром. И есть несколько режимов, то есть светится, переливается там разными цветами, вот так вот мелькает, только что я показывал. Поддерживается флешка, вот у меня музыка играет с флешки, просто USB. Также можно вставить карту памяти microSD, тоже вот сюда, вот рядом с флешкой. Значит, здесь есть радио, радио ловит качественно, хорошо, есть дисплей, где можно посмотреть, на какой частоте радио или на какой секунде играет мелодия, да. Очень удобные кнопки управления, вот здесь вот справа на панели, да, 6 кнопок. Значит, можно останавливать музыку, дальше запускать, менять треки, да, следующий, предыдущий. Перемотки нет, но переключение между треками есть. Также эта кнопка отвечает за настройку радио, в режиме радио. Можно менять подсветку, вот нажимаю, и несколько режимов подсветки меняется, да. Дальше менять просто режим, то есть режим аукса, режим радио, вот частоту показывает, режим блютуза и режим флешки, соответственно. Сейчас в режиме флешки играет. Кнопка для прерывания музыки во время использования микрофона. Можно выключить эту функцию, можно включить. Вот оставлю включенной и потом покажу, что это значит. Значит, удобная регулировка громкости, как на каком-то микшере, да, то есть студийном. Если вы диджей, то вам вот такой интерфейс вот этой колонки, я думаю, очень симпатизирует, да. Подсветку можно включать, отключать. Вот так вот. Здесь выключение колонки, включение, аудио, вход. Здесь также можно дополнительно подключать какие-то колоночки, да, устройства. Это вот эти, кстати, выходов во многих колонках нету, а здесь уже есть. То есть тоже ее преимущество по сравнению с другими. И также вот громкость микрофона регулируется. Регулируется эхо в микрофоне, регулируется бас и регулируется верхние частоты. Сейчас покручу и послушайте. Вот можно настраивать, да, подстраивать любую музыку, скажем так, под себя, то есть чтобы было чище, было как-то объемнее звучало, да, то есть очень классно, что есть такая гибкая настройка. И более того, по музыке есть еще эквалайзер на пульте, то есть здесь есть пульт в комплекте, там кнопка эквалайзер, можно менять режимы звука, тоже классно. Итак, друзья, вот такой микрофон идет в комплекте, нужны две пальчиковые батарейки, микрофон беспроводной, включаете, он уже работает.
Раз, 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 два, три, раз. Вот еще раз, вот здесь можно регулировать громкость микрофона, здесь эхо в микрофоне. Вот сейчас попробуем порегулировать. Если близко, будет ультразвук, так что отойдем подальше. Раз, 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 два, три. Вот сейчас эхо есть. Сейчас эхо не будет. Раз, 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 раз. Вот, соответственно, нет эхо. Во время использования колонки воспроизведения музыки микрофон может прерывать или не прерывать музыку. За это отвечает вот эта кнопка. Сейчас поймете, вот off. Off — это значит, эта функция выключена. То есть микрофон и музыка одновременно играют. Раз, 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 два, три, раз. Вот, а сейчас включу эту функцию, и музыка будет прерываться. Раз, раз, два, три, раз. Раз. Сейчас еще эхо уберем, будет отлично. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Вот. Главное, близко не подходить, когда микрофон включен, а то вот будет ультразвук. Вот пультик идет в комплекте. Здесь можно выключать и включать колонку, менять режимы колонки, делать, ну, убавлять совсем звук на колонке, останавливать музыку и запускать ее, перематывать трек, следующий, предыдущий. Вот, менять эквалайзер, режим звука, сейчас послушайте. Ну, не знаю, насколько слышно изменения. То есть тембр звука немножко изменяется, да. Ну, пощелкайте вживую, послушайте. Вот. Ну и, собственно, переходить к определенной мелодии по списку, менять громкость колонки и зацикливать или запускать несколько мелодий подряд. То есть, ну, это редко используется. В общем, друзья, вот такая суперская колонка. Мне кажется, она для любой цели подойдет, просто универсальная. То есть максимально функций в ней есть, беспроводной микрофон, который качественно, классно работает. То есть вы можете и как любитель использовать где-то дома, поставить, кайфануть от музыки, да, спеть караоке там с друзьями. Также можете использовать в каких-то профессиональных целях, например, как аниматор или как ведущий на мероприятии, либо какое-то музыкальное сопровождение, там, вечеринки, там, тусовки, свадьбы, не знаю, то есть для любой цели. И более того, видите, она достаточно транспортабельная, то есть ее можно и на плечо повесить, да, или где-либо вот так вот, и за ручку, например, нести, да, то есть удобно, какой-то такой походный вариант. И при этом громкости хватит как для большого помещения, так и для улицы, и для там небольших заведений, да, то есть, ну, где угодно как бы подойдет. Вот, друзья, приезжайте к нам в шоурум, поставим вот так вот несколько моделей, сами выберите, послушайте по звуку, да, по функциям, по вообще внешнему виду. И какая понравится, ту и заберете. Соответственно, заказывайте доставку по Москве, день в день отправим с оплатой при получении. Приедет, проверите и оплатите. И заказывайте доставку в регионы, проверим, все классно запечатаем, запакуем полную комплектацию и, соответственно, вам отправим. А так, звоните, пишите, всем всего доброго и классного настроения.